Итак, имеем камеру видеонаблюдения с установленной OpenIPC, к выходу к которому был подключен AirCut. Он усилен микросхемой 6208. Я подпаял вот такой электродвигатель. По распиновочке нашел USB. USB запитан от 5 вольт. И к этим 5 вольтовым выходам USB-шным я подключил Wi-Fi модуль на MT7601. Запитал это все тоже через вот такой коннектор. LAN не подключаю, камера подключена через Wi-Fi. Вот что у нас имеется на консольке. Набросал вот такой скрипт, который задействует GPIO. И давай запустим этот скрипт. На 5 секундочек оно включает в одну сторону и на 5 секундочек в другую.